Всем привет, уважаемые подписчики моего канала, с вами Задрот сотого левела. Поехали, продолжаем проходить Call of Duty 2. Полетели. Фух. Так, кажется, сейчас будет задание, которое я уже проходил в предыдущей серии. Очевидная херня. Видимо, баг. А может и не баг, хз. Короче, все равно. Отступление. Мы наступаем, но в другом направлении. Так, давайте, пацаны, куда? Здесь типа стреляем. Наши начальник там стоит. А, тут пулемет есть как-то. Ну поехали. Давайте наступайте. Где? А, вон вижу. Конечно. Не без этого. Ой-ой. Нет, пацаны, это не ко мне. Пацаны, тоже почувствуйте. Гранатку. Ну да, ждал. Придурки, ловите. Тупицы. Вы что там встали? За ящиком. Тоже взорвите. Да его ты там граната кинул. Вроде. До свидания, придурки. Братан, мы как-то увидим с вами в дороге. Ох ты, заныкался, ублюдок. Иди сюда, мой сладенький. Солянова, лохов. Вы чё, вы не выпендриваетесь, слышишь, пацаны? Ох ты, сука. Давай, у кого? Сучары, ублюдки. Только перекиньте меня назад. Животные, я никуда не убегаю, я буду драться. Они пересекают дорогу! Они идут! Так, все. Перезаряжайся, дебил. Ох ты! Сопляк! Так, сейчас патрончиков соберу. Тихо, тихо, сейчас перезаряжусь, подожди. Все, давайте сюда. Сейчас перезаряжусь. Пираты. Ублюдок. Побежали обратно. Пацаны, отступать деревню, сказали. Сейчас окна будем расстрелить. Блин, капец, так патроны быстро просели. Обидно. Да, вот я про это и говорю. Сейчас будем наказывать пацанов. Ой, сорян, братик. Сори, брат. Это наши, ё-моё.
сюда пошел купиться. Кого ты там стреляешь? Конечно, я батя. Нужно помочь группам Изи и Бокс. Да, погнали, погнали. Так, ты свой, ты свой. До свидания. Калаш? Тихо. Пацаны, кто? Ублюдок. Отвалить. Нихера себе они херачат. Тупицы. Какого хера тут немцы? Мы же зачищали этот район. Так, все, отступаем. Идите нахер. Уроды. Нормально, я их не пропускаю. Проблема только там, все. Доталова. Тихо. Что я поменял? Зачем? Да иди нахер. Надо отступать, пацаны. Давно бы так. Меня в спину падает. Давай же, Тейлор! Нам нужна вся огневая мощь, какая только есть! Мы зависим от тебя! Вперед! Идем! Сержант, я прошел! Парни самахи уже в пути! Еще летят наши контрольные каналы! Подкрепление 5 минут. Приблизительно 5 минут, сэр! Ой, брать. Брать, брать. Так, мне нужен пулемет. Так, вы тут не проходите по дресс-коду. Там можно было сюда сейчас ходить. Сэнд, подойди вниз. Ё-моё. Надо отступать, брат. Тебя глушил, я понимаю, но двигаться надо, двигаться. Вот что такое? Муляж, типа? Дебилы. Ах ты, падла. Сори. Куда ты, куда ты, куда ты? Иди сюда. Блюдок. Вы опять сюда пришли, я же говорю, не проходим. Стоять, дебил, ложись. Видимо, немцы немного тупые. Я слышу тебя прекрасно, как ты стреляешь. Так, ладно, ты там идею гранату. Подбери, да, подбери. Правильно. Вот он, короче, хаешек. Разбирайся на друг друга. Здесь уже он. А здесь заложили, смотри, гниды. Рейнджеры, следите за этим туннелем из бункера в тыл! Не давайте фрицам пройти!
сейчас забыли тут места. Они идут через тоннель в бункере! Последний бункер в пойнте! Я буду их расстреливать сзади. Все по тактике. Я заряжу. Упс. Держать строй! Не туда. Поворот. Не в ту сторону. Скажите, то, что здесь под крыльцо еще заспавнились, ребятки. Типа, обошли. Бля, Брукопашка, на. Все будет. Капрал Тейлор! Иду. Россия. Они нас уничтожат, если не будут знать, что мы здесь! Тейлор! Давай зеленый дым на этом бункере! Быстрее! Черт возьми! Прежде чем самолеты куда-то летят! Так, надо ныкаться идти. Я думаю. Мы стоим на одиноком, открытом всем ветрам утесе. Красавец. Красавцы, пацаны. Молодцы. Капрал Билл Тейлор. Рота Д. Второй батальон. У нас там крики впереди. Рейнджеров. Но не могу установить визуальный контакт. Обнаружил зенитку с другой стороны живой изгороди. Там расчет минимум из полчеловека и пара МГ-42. Мне нужно огневое прикрытие для атакующих. Гарсия, Хокинс, берете левый фланг вместе с Рассетти и Джонс. Остальные за мной. Бросайте гранаты, как только подойдем. Брейбер, Макловский и Тейлор, поддержите нас огнем отсюда. Сдерживайте их, пока мы не подойдем. Фланговый удар! Пошли, пошли! А, что-то я... Извините меня. Соединение на 11 часов! Куда, твою мать, тебя понесло, Тейлор? Верните на крыло! Команда фрицев вперед живой изгороди около дома! Тейлор! У меня закончились патроны! Тихо. У меня своих проблем довольно! Где тут запасные боеприпасы? Я думал, они у тебя! О, господи, Макловки! Как, черт возьми, ты смог стать смотрим режимом? Тихо. Пацаны, я пока вас тут разнесу с пистолета, окей? Закрой рот. Помойка. Полетай, помойка.
тело. Сюда, быстрее! Гранату там по себе просто сижу. А тут я в другой стороне. Да, сори, блядь. Что, больше немцев бы не поставили, что ли? На первом этаже! Слева от нас! А вы убить не можете, да? Рядовой! Меняю обойму! Прикройте! Нужно очистить другие дома! Шевелись! Слушать! Давайте дымовую завесу! Кидайте гранаты! Пацаны, в гости пошли, можно? Так, так, так. Иди нахер, дебил. Тихо, не заходите. Я случайно заеду. Братан, ты предупреждаешь? Так, второй этаж, полетели. Ё-моё! Что-то вас много здесь. Сейчас спущусь. Продолжу. Что, спать ложишься, что ли? Дурака, да. Прят, прят, пацаны, молодцы. Никто там не двигается, ну... Лежать. Вот. Все, зачистили. Так, надо махнуть. Толстый фриц. Проверьте другие комнаты! Зачистка успешно проходит. Так, у меня есть еще одно оружие, я его потом не пущу. Все, под нас был. Этот дом очищен! К следующему! Этот дом, вроде как я помню, сложный. Трудно было зачистить. Я надеюсь, мы тут кого-нибудь поставили? А, ну да, конечно, нет. Вообще, ну, кто был? Тупые немцы. Только двоих поставили в углу. Хорошая работа! Еще два здания осталось! Выступаем! А чё, чё, вот это здание не захвачено? Я же его захватывал вроде. Или тут один дебил остался, просто бегает по дому. Конечно. В укрытие! Или тут еще один. Мы очистили этот дом. Но я его и до этого очищал уже. Просто вы добить не можете, типа. Я не знаю, как с вами играть дальше. Кто-то там получил дымовую гранату! Нам нужно прикрытие! Поставить дымовую завесу! Да, Ой-ой, до хера вас, пацаны, я понял, тут крутые. Красава, брат. Так, ладно, захожу разбить. Что, больше тут никого вроде как? На третьем этаже хоть кого-то поставили? Дебил, Влад.
думаю, что просто это последнее. Все сюда, ко мне! Тейлор, залезайте на эту башню с Брейберном и Маклоски. Братан, сорян, я хотел точки взорвать. Все остальные займите позиции по периметру. Все. Пацаны, лезете. Красавцы. Что делаем? Возьми немецкую снайперскую винтовку башни. Запустим. Что делаем? Ну так что, что мы делаем? Так, вот там. Немецкая контратака! Никого не... Брейбер! Бегом к полковнику Блейку и выбейте нас в подкрепление! Уже, сержант! Бейкер 6! Это блок 5! Задача выполнена! В точке F! Вражеская пехота контратакует! Просим дополнительную поддержку! Вражеская пехота! Позвольте, как и Шерманов вам! Заявим прибытие 5 минут! При всем уважении, сэр! Я не думаю, что мы продержимся долго! Спокойно, Док 5! Удерживайте город, пока мы вас не освободим! Отбой! Передовой! Найди укрытие! Минометная команда на западе! Фрицы! Готовьте ранее низкой стены! Стреляй во фрицы! Neben dieser flachen Mauer da drüben! Так, там не выкинули. Надо подбивать тех, кто несет эту артиллерию. Чисто подбивать надо и все. Видите? Так, несет, несет. Раненый! Я не вижу. Это в поле ставят, что ли? Просто надо запомнить то, что будет. Так, мы помним, там там достаточно. Да, дурачок. Бери это, не игрушку. Так, не вижу. Что он не ставит? Бежи, бежи. Бежи, да. Ставит. Ты. Так, ладно, хватит там стрелять. Блин, я уже начинаю скучать. Так, вот. Ну, блин, скучно, скучно. От того, что тут завалили. Дели сейчас залагал. Немецкая пехота! Да, на другой стороне поля! Северо-запада! Союзные танки идут с востока! Возможно, они послали нам парочку шкафа! Самое чёрное время! Фрицы нам устраивают баню! Вот это правильно, фриц! Вот так и беги! Прыгнуть. Десантура. В смысле, ты от снайперки не сдох, чувак? Там все нормально. Сейчас спуститься надо будет. Братан, спускайся. Так точно, сэр! Конечно, конечно, спускайся давай. Пока Спыра за все не получил. Перегруппироваться! Живо!
Ой, что делать? Куда? Туда идем. Вот так вот. Так, я надеюсь, ты здесь ногу-то не сломаешь, бедненький. Там разнобой прям. Как-то быстрее надо. Быстрее бежать. Это. Братух. Хорошая работа, ребята. Проверьте, что ваши сектора хорошо укрыты. И мы встретимся здесь снова через час. Свободны. Это легко. КН или что? 11 июня 1944 года. Поздравляю. Камон, Франция или что там написано? Ой, настолько впадло проходить миссии. Военнопленные. Внимание! МакГрегор. Опять МакГрегор. Вторым отрядом отправятся по этой дороге. А это капитан Прайс говорит. Конечно. Все остальные пойдут через сад и будут держать принцип в напряжении. Вперед! А тут! Где бразилия? Ох, тайку! Немцы! У той стены! Что это за пупа? Интересно, это пупа. Так, братуха, пушку вот дай. Ой, блин, как вы... Вы похожи по цвету, пацаны, можете хоть помечаться мне то, что это вы? Все, давайте, пацаны, я понял, вы крутые, ребят. Тут нету ничего оружия, мне надо оружие. Вот это говно и вот это говно. Мне не надо. А я могу просто пробежать, как ты? Пацаны, чё толпимся? Заходим. Своих же подорвал. Пацаны, я в домике. Так, мне нужно все нормы. Бежим. Мне не нужно убить, пацаны, не надо. Оттуда ты их перестреляешь, как кролик. Второй этап где-то. Что стоит? Гнеды из... Стоп, не то понял. Можно выпрыгнуть. По-братски. Пусть ты тут. Ты чё тут чё? Двинулись! Пацаны, да аккуратней. Не туда, а поворачивай. Да я вот буду правильный корм, нормальный корм. Вижу пулеметчика. АЕ прям под ноги. Солдаты!
Че, я не так и не убил. Да боже, умри ты уже, гнида. Физики вообще в этой игре нет, я вам так скажу. Все, урод. Подох. Урод. Сорян. Don't shoot! Please! Nicht schießen! We have wounded here! Не стрелять, парни! Да мы их тут штырями укладываем! Отставить огонь, это приказ! Как скажете, сэр! Макгрегор, иди сюда! Помнишь немецкий грузовик на восточной стороне? Так точно, сэр! Его нужно починить и привезти сюда! Сержант Дэвис, пойдете с Макгрегором! Нам надо перевезти всех этих янки! Так точно, сэр! Дэвис, собирайся! Там могут быть еще фрицы! Мы выиграли одно сражение, но война еще не закончилась! Окей. Круто. Прикольно. Везите сюда немецкий грузовик. Окей. Так, где тут находится грузовик в начале сам? Вот здесь. Вот так. Пацаны, давайте выходим. Ганцы даже оставили нам полный бак. Ну, а тупые. Почти завел. Эй, держись, Дэвис, будет трясти. Выбивай ворота, давай. Давай потом забились на бутылку, блядь.
Вышли, парни, вот и грузовик. За дело. Капитан Прайс. Может, ты хочешь? Отлично, сержант. Знаешь, Дэвис, я почти завидую этим бедным янки. Для них-то война уже окончена. Стопай, хочу посмотреть этих немцев. Или вы их убили? Ладно, срать. Эта миссия должна быть ясной, если я помню. Вот эту бумагу вроде как я помню. Сейчас я вам скажу, короче. Интересно. Внимание! Перекрасно. Нам приказано взять под контроль перекрасных этой деревни и удержать его до прибытия наших. Пошли! А, нет, такая себе миссия. Даже сложно. На нижнем этаже! Блин, это оружие удобно. Смотрите, оружие нашел лохов. Вот три пушки, все сдохли. Все, готовы.
что делаем-то, пацаны? Они отступают! Отступайте, отступайте, дебилы. Кто больше вас не видел. Это уже перебор. Прям зарядите им в догоночку. Чтоб знали. С той фермы отлично простреливается перекрёст. Дэвид, возьми несколько человек и проверь, нет ли в доме фрицев. Где? Как? Каким образом? Если ты идешь сюда, значит где-то здесь. Ворота пойдешь, что ли? Да, видимо, да. Перелезть не слабенький. Да, выпьем. Ты меня так не пугай, дебил. Я думал, что за рука орёт. Хорошо, теперь проверьте сарай. Сержант Дэвис, найди в сарае вражеский радиопередатчик и уничтожь его. Вытащи инфантри! Один играю, мои помощи. Я устал. Наша тут контролирует, он что прайс стоит. Это главный герой на фиксе. Один. Богатная волна. Я уже палю вас все подряд.
начал спать уже. Кто-то. Да что ты спишь, да? Отлично, парни! Мы должны провести эту колонну через следующий город. На севере заметили бронетехнику в принципе. Так что будьте на чеку. Выступаем! Тигр, мой брат. Ой, спать хочу. Вам стрелям, сколько он записывает. Тигр, укрытие! Стопэм. Что хотите, делайте. А, нет, или с другой стороны можно заходить. Окей, если другой, то приема. Блин, да хватит вставать под пули. От вас же толку все равно нету. Зачем вы лезете, дебилы? Все, идите нахер. Потом. Я вас простреляю, дебил. Тут, да, пройти дайте. А там все, гнида лыса. Вам не поможет, пацаны. К сожалению, вам уже ничего не поможет. Thank you.
Спасибо, пацаны, спасибо. Я знал, что... Коробочка. Укрытие, вторая, бегом! Рядовой, держаться рядом! Бутылка прайс. Залились, не останавливаться! Это... Ладно, не связал, забыл. Открывай. Сидите здесь, парни! Нужно перебить этих пулеметчиков! Макгрегор, взломай дверь! Береги! Броневик! Поднимайся.
случайно завалил. Блин. Они знают, что мы здесь! Открываемся тут! Атакуем! Бей! Ой, это свой, да блин, как же вы похожи уже. Как же мне что-то насрать уже, что я не различаю. Так, сзади уже идет. Yeah.
надо подкрепление взять, что ли, блин. Знаешь, как дурак. Так подойди, я подстрелил. Пойду лучше посплю. Так, дайте мне место, где я не могу. Уничтожьте танк Тигра, а чем? Взрывчатка там нас поставит. Застряли, ты ё-моё. Так точно! Отличная работа, парни. Точно. 7-я бронетанковая дивизия идём. Вырвалась благодаря нам. Дело сделано, теперь уходим. Вы завершили британскую кампанию. Поздравляю. 7 декабря 1000... Бергштайн, Германия. Сильный, где плюс 6 градусов. Круто. Штаб хочет, чтобы у вас мы привезли задницы 400. К этому холму до завтрашнего вечера. Но сначала мы должны выбить ганцев из этого городка. Не отходи далеко! Надо бой! Амис! Обли мясо, что? Там в доме с восточной стороны полно фрицев!
Тейлор! Живей! Бери гранаты! Очистить дом! Комнату за комнатой! Пошел! Да, я пошел. Как обычно, ничего нового. Ребята жестко. Выбиваем двери и кидаем гранат. Готовы? Пошел! Американische Handgranate! Er braucht Hilfe! Er wurde getroffen! Гранатомет жахнул. Это в путь. Тебе хэдшот можешь поставить? Ай, тупые коты, уйдите. Открывай. Миномет Фрицев на церковном дворе. Оставьте миномет и заткнуться. Мы должны очистить эту церковь. Тейлор, ты ведешь. Боже, вы можете дверь открыть теперь, тупые гниды. Обязательно сдать вот этого чувака. Рядовой! Но, видимо, нужно. Ой, блин, зачем продолжение игры нажал? Ну ладно. Короче говоря, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.